Ну что, после обидной неудачи в прошлом сезоне на чемпионате мира, после такого сложнейшего текущего сезона, на последнем главном соревновании этого сезона, она это сделала. Да как сделала? Первая половина программы была откатана Алиной просто блестяще. Самый первый аксель, конечно, немножко заставил понервничать. В остальном все прыжки были очень здорово исполнены. Во второй половине программы уже пошла борьба. Борьба за каждый элемент, за каждый прыжок. Я знал, что если она прыгнет рано лучше стороной Ридбергер, то она отпрыгает и все остальное. Как она боролась на Ридбергере. И ведь докрутила. Дальше оставалась уже самая малость. И Алина это сделала. Еще раз, после такого тяжелого сезона, после двух неудачных произвольных программ на чемпионате России и на чемпионате Европы, Алина доказала, что она самый настоящий боец. Ну и отрадно, что у нас олимпийская чемпионка, которая теперь еще и чемпионка мира. Так называемый большой шлем фигурного катания, финал Гран-при, чемпионат Европы либо чемпионат четырех континентов, олимпийские игры и теперь чемпионат мира, все покорилось этой замечательной девочке. И что еще ценнее делает эту победу, она же была одержана в Японии, где местные спортсменки являлись фаворитами данного турнира. И тем не менее, у них же дома это грандиозная победа. И как правильно заметила Итери Тутберидзе, тяжелее дается, больше ценится. Браво!